Меня зовут Настя, мне 17 лет. Я учусь в первом лицее на информационно-технологическом отделении. Я очень целеустремленный человек, занимаюсь по жизни только танцами. И все свое время посвящаю именно им. Потому что мне захотелось попробовать себя с другой стороны. Я ходила на все эти конкурсы, несколько раз была на них. И поняла, что я тоже очень хочу, и я быстро приняла решение, как только увидела, что набирают набор, и приняла решение, что я тоже буду участвовать. На этот вопрос, конечно, очень сложно ответить, но я очень целеустремленный человек, я очень открытый человек. Я очень люблю пробовать себя в чем-то новом, и я очень мечтаю стать мисс Добрянка 2019, а как правило, все мечты сбываются. И надеюсь, моя тоже сбудется. Конечно же, я пришла за победой, но это всегда опыт. Это очень добрая девушка, у нее должна быть красивая внешность, она должна быть всегда открыта к людям. И все. Мне очень хочется через 20 лет, чтобы у меня была большая семья, чтобы я жила где-то на берегу моря, чтобы у меня были любящие меня дети, самый любящий муж. Я хочу открыть свой бизнес, ну, в этой сфере развиваться. Я надеюсь, что у меня все получится.